Добрый день, друзья! Сегодняшний наш рассказ о наборе отверток от торговой марки ProSkid 1PK212. Набор обладает рядом преимуществ, о которых я сейчас расскажу. Давайте мы откроем, посмотрим, что есть в наличии. Итак, держатель отверточный бит, к нему мы сейчас вернемся. Но прежде, что есть у нас в наличии из бит, значит, здесь три плоских размером от 4 до 6. Две крестообразных, две с дополнительными шлицами, так называемые пози-драйв для более тяжелых работ, а также типа Torx, звездочка Т10, Т15 и Т20. Давайте я вытяну биты, можно вытягивать в любую сторону, давайте я вытяну снизу, мне так удобно. Возьмем любые биты, ставим сюда. Обратите внимание, на каждой бите есть небольшие фаски для того, чтобы прочно держались в шариковом держателе. Обратите внимание, здесь такой блестящий шарик. Итак, вставляем первую биту, вставляем вторую биту. Для чего я вставляю? Для того, чтобы сказать вам о том, что держатель выполняет несколько функций. Первое, это, конечно, обычное завинчивание, но для чего я вставил две биты? Представьте, что вам нужно попеременно работать разными битами. Если в обычном наборе вам приходится их менять, вот я вставил плоскую и крестообразную. Значит, закрутили один винт, закрутили второй винт. Это первое преимущество, то есть возможность не менять, не тратить время. Второе преимущество, за счет того Г-образного вот этого держателя и увеличенной длины можно проникать в более глубокие отверстия. И третье, наиболее важное. Обратите внимание, если вы вставляете сюда биту, то создается рычаг, который позволяет создать усилие, несоизмеримое с обычной отверткой. Сами понимаете, есть правила механики, никто не отменял. Рычаг можно спокойно, значит, крестообразные или плоские отвертки, или все других типов, завернуть крепежный элемент. Ну вот, в принципе, основное, что я хотел рассказать о наборе отверток с Г-образным держателем 1PK212 торговой марки ProSkid. Описание, характеристики читайте на сайте, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!